Хей, дружище, успей поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, если ты бы хотел бесконечные каникулы. Раз, два, три, четыре, пять! Ну и, ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про Чучу Чарльза. Да, ребятки, снова про этого страшного паровозика. Ну и на этот раз Чучу Чарльз дрался против монстров сада Бан-Бан. Так что, друзья, не пропустите, ссылка в описании. Хейшки, ребята, всем приветик! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и у нас сегодня, друзья, будет новое крутое сравнение размеров. И сегодня, ребятки, я вам покажу всех-всех монстров сада Бан-Бан. От самых-самых маленьких, от самых крохотных и до самых-самых-самых больших. Я, ребятки, не буду вправо камеру поворачивать, чтобы пока что вам их не спойлерить. Какие там самые большие монстры. Ну, чтобы хоть какая-то интрига оставалась. В общем, да, ребята, сегодня будет новенькая серия сравнения размеров. Давненько, друзья, не было этой рубрики на канале. И сегодня будет сравнение размеров всех-всех монстров сада Бан-Бан. Сегодня, ребят, в этом выпуске будут и детишки монстры сада Бан-Бан. И, конечно же, новые мультяшные, и обычные, и кошмарные, и качки, и всякие-всякие другие. Тут, ребятки, сегодня будет и первая глава, и вторая глава, и третья глава, и вот это типа четвертая глава, ну то есть прям самые-самые новые монстры, да, самые-самые последние. Ну и, ребята, если вы хотите больше роликов с монстрами сада Бан-Бан, давайте мы, друзьяшки, наберем на этом выпуске 10 тысяч лайков. И тогда, ребятки, конечно же, будет больше роликов, больше видосиков с этими обалденными монстрами, с этой очень крутой вселенной. Вообще, да, ребятки, дерзайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите, друзья, на колокольчик, а мы, ребята, начинаем наш сегодняшний выпуск. Погнали! Ну и да, ребятки, как вы заметили, самый маленький монстр сада Бан-Бан это такой цыпленок Апилы Бёрд. Это, ребятки, монстр со второй главы, вот такой малыш Апилы Бёрд. Да, ребятки, птенчик, цыпленок, как хотите, так и называйте. Следующий, ребята, монстр у нас тоже довольно-таки маленький, вот такой прикольный червяк. Джимми Червяк вроде его, ребятки, зовут. Вот такой маленький червяк-циклоп. Потом, конечно же, друзьяшки, идет маленький птенчик кошмарный, то есть кошмарная версия маленького птенчика Апилы Бёрд. Потом, ребятки, у нас идет Лацкэт, вот такой мутант-котик, прикольный. Потом, ребятки, малыш Капитан Фиддлс, то есть ребенок, видите, в памперсе. После ребенка Капитана Фиддлса у нас идет мультяшный Лацкэт. Вот такая, да, ребятки, прикольная мультяшка, очень похож на оригинал. Единственное отличие то, что он такой чернильный, черного цвета. И у него такие вот белые перчатки, вот такие белые зубы, прям как у мультяшного кота. Потом, ребятки, идет малыш Стингер Флинн. После малыша Стингера Флинна у нас идет малыш Бан-Бан. Если смотреть, ребят, по колпакам, он, конечно, выше, чем Джамбо Джош. Но у него же уши где-то на половине колпаков, скорее всего, заканчиваются, да? Ну или вот эти вот отростки на голове, такие рожки. Ну, скорее всего, это уши. Соответственно, мне кажется, он ниже, чем Джамбо Джош. Потом, ребятки, идет малыш Джамбо Джош. Потом малыш Апила Бёрд. И, наконец-то, малыш Бан-Балина. Причем, да, ребят, смотрите, малыш Бан-Балина больше, чем Бан-Бан. Ну и, ребятки, вроде как, на этом малыши наши заканчиваются, детишки сада Бан-Бан. Это, в принципе, ребята, самые маленькие существа, монстры сада Бан-Бан. Меньше, чем они, в принципе, и нет. Вообще, да, ребят, котики, детишки, в принципе, пока что девчат, потому что их есть еще и взрослые версии. Да еще, тем более, всякие есть кошмарные качки, которые намного больше. А если реально самых маленьких монстров, получается вот червяк, птенчик и вот такой вот котик. Окей, друзья, продолжаем. Следующий у нас такой Капитан Фиддлс. Капитан Фиддлс, ребятки, вроде как небольшой. Угу, но там будет его большая версия. Циановая, вы помните. Такой, ребятки, прикольный Капитан Фиддлс. После Капитана Фиддлса у нас идет вот такой вот прикольный монстр. Это, ребятки, вроде какая-то акула или какая-то касатка. Акула Кли ее, ребят, зовут. После акулы кошмарный Капитан Фиддлс. После кошмарного Капитана Фиддлса мультяшный Капитан Фиддлс. Капец, да, ребят, сколько Капитана Фиддлсов? Малыш Капитан Фиддлс обычный, кошмарный и мультяшный. Кстати, ребят, да, у нас много версий монстров. Еще будет у нас, получается, качок Капитан Фиддлс. И вроде пока что все. А теперь представьте, был бы еще пожиратель Капитан Фиддлс, паровозик Капитан Фиддлс. Кстати, ребятки, Бан-Банов будет намного больше. Потому что, ребятки, вот этих всех монстров, которых сейчас перечислил, да, виды монстров. Кошмарный, мультяшный, качок, малыш, пожиратель, паровозик и, собственно, сам обычный, да, обычная версия. Эти все версии есть у Бан-Бан и у Джамбо Джоша, так что, ребятки, их реально очень-очень много. Ну, кстати, ребятки, сегодня в этом выпуске у нас не будет пожирателей паровозиков, они будут в отдельном расширенном выпуске, который, ребятки, выйдет, думаю, через несколько недель. Окей, друзьяшки, продолжаем. Вот такой следующий прикольный, ребятки, монстр. Какой-то там теннис, по-моему, да? Я уже, ребят, на самом деле не помню, как его зовут. Хэйр Теннис. Вот такой, ребятки, прикольный какой-то чудик. Потом идет у нас Шериф Жаба, Шериф Джефф, Шериф Тодстер. Потом у нас, ребятки, идет вонючка Джоэл, Стинки Джоэл. После вонючки Джоэл у нас идет Крабзила. После Крабзилы кошмарный, Шериф Тодстер.
После Шерифа Жабы у нас, ребятки, идет Апила Бёрд. И сразу же кошмарная Апила Бёрд. Вот она. Следующий, ребятки, качок Шериф Тодстер, собственно, снова. Это, ребятки, кошмарный мини-джамбо. Это, друзьяшки, обычный мини-джамбо. Это у нас медленный Селен. Вот такая, ребятки, прикольная улитка. Улитка, короче, Гэри, только ее зовут Селен. Потом, ребятки, идет мультяшная Апила Бёрд. Качок мини-джамбо. Кстати, да, ребят, смотрите. Мини-джамбо и Джамбо Джош, это, можно сказать, один и тот же монстр. Только Джамбо Джош это взрослая версия, а мини-джамбо это маленькая версия. А теперь, ребят, представьте, я вот сейчас всех и называл, да? Кошмарный качок. Мультяшный Джамбо Джош, малыш Джамбо Джош, пожиратель Джамбо Джош, паровозик Джамбо Джош, обычный Джамбо Джош. И еще у нас есть также обычный, получается, мини-джамбо, кошмарный мини-джамбо и качок мини-джамбо. Короче, ребятки, сколько это в сумме получается? Где-то 10 штук, наверное, ребят, Джамбо Джош у нас в сумме, да? Капец, сколько, ребят, этих Джамбо Джошей. Окей, ребятки, следующий качок Апила Бёрд. Потом мультяшная улитка. После улитки у нас идет такой змей, молчаливый Стив. Потом, друзьяшки, кошмарная улитка. Снова у нас идет улитка. Это, друзья, качок Капитан Фиддлс. Смотрите, какие он мышцы жесткие такие большие докачал. Это, ребятки, такой перекачанный. Правда, всего с одной рукой перекачанный, да? Майк Вазовски, циклопус он называется. Вот такой прикольный циклоп. После, ребятки, циклопа идет Бамбалина. После Бамбалина у нас идет качок Бамбалина. После качка Бамбалины Банбан оригинальный. После Банбана мультяшная Бамбалина. Потом мультяшный Банбан. И, наконец-то, Гоплап. Правильно, ребят, Гоплап? Да, правильно, правильно, правильно. Просто, ребятки, иногда сверяюсь, потому что так много монстров, что, если честно, их реально всех уже и не запомнишь. После Гоплапа у нас идет мультяшный змей. Мультяшный молчаливый Стив. Потом такой прикольный скелет. Он мне напоминает скелета из Clash Royale какого-то. Потом, ребятки, сказочная кенгуру. Или волшебная кенгуру. Я уже точно не помню, как она, ребят, называется. Да, фейри кенгуру. Ну, это, ребятки, типа сказочная. Смотрите, у нее такая корона. Какая-то волшебная палочка или какой-то леденец. Короче, ребятки, реально будто в какой-то сказке. Потом кошмарный Банбан. Кошмарная Бамбалина. Такие, ребята, они страшные, смотрите. Особенно Бамбалина. Ё-моё, да? Офигеть. Потом у нас, друзья, идет длинный Джо. После длинного Джо идет Пинки Свити. Вот такая рыбка большая, розовая. После Пинки Свити у нас идет качок Банбан. После качка Банбан у нас идет вот такая вот корова или какой-то бык. Снэппи Кау. Трансбычок, короче, ребята. После него у нас идет Стингер Флин. Мультяшный Стингер Флин, конечно же. Кошмарный теперь уже Стингер Флин. Смотрите, ребят, три подряд Стингер Флина. Причем, да, обычный Стингер Флин самый маленький. Мультяшный, ну, примерно такой же, как и обычный. Кошмарный чуточку побольше. Потом, друзья, у нас идет Мисс Луна. Вот такая прикольная, какая-то наполовину богомолиха, наполовину какая-то оса или пчела. Или вообще какая-то стрекоза. Короче, ребятки, я, если честно, даже до конца не знаю, кто это. Но богомолиха это точно, потому что такие вот лапы прям как у богомола. Потом, друзьяшки, вот такой вот качок Стингер Флин. После качка Стингер Флин у нас идет Нап-Нап. Нап-Напа, думаю, вы прекрасно знаете. Потом, ребятки, доктор Флаффи. Вот такой огромный, смотрите, уволень какой-то, да, с когтями. Потом, ребятки, Нестинек. Вот такой какой-то пришелец зеленый с четырьмя глазами. Потом кошмарный Нап-Нап, конечно же, с огромным длиннющим языком. Потом, ребятки, вот такой вот у нас идет охотник Тим. Ежик, вот такой мутант. После охотника Тима качок улитка. После качка улитки мистер крокодил. Вот такой, ребятки, прикольный большой крокодил. Потом вот такой жираф Мелман. Потом мультяшный жираф Мелман. Ну и наконец-то лапша ниндзя. Нудл ниндзя. Вот такой, ребятки, новый прикольный монстр. Это у нас, можно сказать, тоже лапша ниндзя, только немножко другая его версия. Длинноногий Андрей я, ребят, называю. В оригинале он называется Слинки Эндрю. Короче, какой-то там, ребятки, Андрюха. После, ребятки, Андрюхи у нас идет слониха, вот такая вот трейдерша Пиклз. Вот такая, ребятки, большая слониха. Потом вот такая, ребятки, живая брокколи. Огромная, на двух лапах, которая перемещается. Потом, ребят, идет такой большой, огромный, циановый, одноглазый Капитан Фиддлс. У нас уже был Капитан Фиддлс в начале, теперь это, ребятки, его большая версия. После Капитана Фиддлса у нас идет Ниблер. Вот такой мощный какой-то пожиратель. Кстати, кто-то писал то, что Ниблер это родственник улитки Селен. Ну, помните, медленный Селен была улитка. Кстати, Ниблер даже чем-то похож на улитку, да, этими особенно глазами своими, да? Реально, ребят, как у улитки. После Ниблера у нас идет слон-тренер Пиклз. То была слониха, а это, ребятки, теперь слон. После слона у нас, ребята, идет шеф Пикстер. Вот он, шеф Пикстер. И его вторая версия.
Вот такая, ребятки, более какая-то страшная версия, видите, с ножом, с блюдцем, с каким-то чудиком на этом блюдце. Короче, это, ребятки, обычный шеф-пикстер, а это повар-шеф-пикстер. Видите, у него шапочка повара. Потом, конечно же, друзья, у нас идет мультяшный шеф-пикстер. Вот такой вот большой. После шефа Пикстера мультяшного у нас идет мультяшный слон Трейдер Пиклз. Вот такой здоровый. Ну и, друзья, наконец-то Джамбо Джош. Наконец-то мы, ребята, до него добрались. Вот такой большой, сильный Джамбо Джош. И после Джамбо Джоша у нас идет кошмарный Джамбо Джош. А, ну и да, ребят, после кошмарного Джамбо Джоша еще и мультяшный Джамбо Джош. А, ребят, еще после мультяшного Джамбо Джоша у нас идет качок Джамбо Джош. Точно, капец. Смотрите, ребят, 4 подряд Джамбо Джоша. И перед этим еще, ребят, было несколько Джамбо Джошей. Ну, точнее, мини-Джамбо там, да, были и так далее. Малыш Джамбо Джош, пожиратели паровозика, ребята, сегодня в этом выпуске не было и не будет, как я уже говорил. Смотрите, какие, ребятки, у нас Джамбо Джоши прикольные. После Джамбо Джоша у нас идет качок Мистер Икс. Вот такой, ребята. После него идет, собственно, сам Мистер Икс. Вот он. И, друзья, да, самый большой, самый сильный монстр – это кошмарный Мистер Икс. Кстати, да, ребят, Мистера Икса, его еще называют Зольфиус, точнее наоборот. Зольфиуса еще называют Мистером Иксом. Потому что, если что, этого монстра зовут не Мистер Икс, просто так у нас в моде называется, уже так все его называют. Вообще, его, ребятки, в оригинале зовут в игре в Garten of Banban Зольфиус или Зольфиус. Я его, ребятки, Зольфиус называю, потому что так проще называть, чем Зольфиус. Зольфиус как-то немножко посложнее, не знаю, звучит. Зольфиус поприкольней. Вообще, да, ребятки, вот такие у нас сегодня были обалденные, крутые монстры сада Банбан. Вы только, друзья, посмотрите, сколько их, обалдеть. Просто, ребят, смотрите, сколько их накопилось уже, да? Уже, ребятки, просто смотрите, целая вселенная, офигеть, сколько же их. Ну и давайте, ребятки, быстренько снова пролетим. Начинали мы с цыпленка. Кстати, да, ребят, получается, самый маленький монстр это цыпленок. Самый большой монстр сада Банбан, Garten of Banban, это, ребятки, огромный кошмарный Мистер Икс. Огромный кошмарный Зольфиус. Смотрите, ребята, сколько этих монстров, обалдеть. Возможно, где-то какие-то монстры и в оригинале будут побольше, какие-то поменьше, но мы, ребятки, точно пока что этого не знаем. И вообще, ребятки, большинство этих монстров фанмейды. Их, ребятки, придумали фанаты, ну и потом мы их, собственно, сделали по, так скажем, по каким-то концептам, да, по каким-то видосикам на ютубчике в нашей любимой игре в Гаррис Моде. Так что, ребят, да, большинство монстров этих фанмейды, и, возможно, их даже никогда не будет. Хотя вот кенгуру, например, в третьей части точно будет из новых монстров. Ее же в трейлере точно, ребят, показали. А про остальных я, ребята, не буду загадывать. В общем, да, ребятки, самый маленький монстр такой птенчик, цыпленок, копилый бёрд, самый большой кошмарный Мистер Икс. Давайте быстренько я пролечу, вам всех-всех их покажу. Вот, смотрите, ребята, капитан Фиддлс. Вон другие всякие монстры, ребята, у нас начинаются. Так. Вот, ребят, уже монстры побольше у нас потихоньку идут. Вот, ребята. Опа-на. Ускоряемся немножко. Так, вот банбанчики. Здесь тингерфлины. Наб-наб, вон, ребят, еще один наб-наб. Охотник Тим, крокодил, лапша-ниндзя. Слоны, вон, ребят, сейчас уже будут. Вот они. Капитан Фиддлс, Ниблер, шефы Пикстеры. Еще один слон, Джамбо Джоши. И Зольфиусы, Мистеры Иксы. В общем, да, ребятки, вот такие у нас сегодня были обалденные все-все-все монстры сада Банбан. Не забудьте, друзья, поставить лайк, подписаться на канал. Ну а с вами, как обычно, был я, SlikeMust. Всем, ребятки, спасибо за просмотр. Все, ребята, я с вами на этом прощаюсь. Набирайте, друзьяшки, 10 тысяч лайков. И выходит новенькое видео с монстрами Garten of Banban, сада Банбан. Все, ребята, всем удачи, до новых встреч. Встретимся в новом выпуске, который уже выйдет буквально завтра на канале. Все, ребята, всем удачи, до новых встреч, пока-пока!